Каждую среду в студии телеканала «Самара ГИС» мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Центр Самары в декабре 2019 года получил статус исторического поселения. Его территория ограничена улицами Засекина, Арцебушевская, Льва Толстого, Буянова, Чекалова, Самарская и набережной Волги. Какие цели и задачи должен решить этот проект? Кто и как будет заниматься развитием территории исторического поселения? В нашей студии Игорь Галахов, руководитель управления главного архитектора администрации городского округа Самары. Игорь Борисович, добрый вечер, я рад вас видеть. Здравствуйте. Итак, в конце 2019 года произошло вот это важное, на самом деле, для нашего города событие. Центр Самары получил статус исторического поселения. Уже практически, вот скоро будет 2 года. А какие цели и задачи должен решить этот проект? Ведь на самом деле это проект. И будет в этом статусе оставаться до тех пор, пока самарское правительство не примет решение по его утверждению. Но и сам этот документ несет ответы на ваши вопросы в себе. А именно, задача проекта исторического поселения является определение границ той самой исторической части города, где необходимо не только сохранять историческое наследие, но и предпринимать все усилия его корректного включения в современную жизнь с представлением объектов культурного наследия к новым современным требованиям. Второе – определение предмета охраны. Мы должны понимать, что мы должны охранять. Почему? Потому что до последнего времени эта задача ограничивалась отдельными объектами культурного наследия. На самом деле, и это отмечают в том числе и гости нашего города, нашей гордостью является прежде всего сохранившаяся среда исторической части города, пусть не повсеместно, но есть те самые самарские уголки и фрагменты самарских исторических улиц, которые несут дух того самого времени, когда Самара была на подъеме. И мне кажется, не только желание, но и обязанность наша сохранить это для будущих поколений. Почему? Потому что это наша история, самарская история, неповторимая нигде и никаким образом. И третье – это регламенты. Те требования, которые необходимо неукоснительно выполнять всем участникам этого процесса. Здесь фигурантами получается 3 основных. Это городское сообщество, городская власть и бизнес-сообщество, которые инициируют какие-то изменения в этой среде. Вот это решение 3 единой задачи дает возможность нам сформировать те условия, прозрачные, неукоснительно выполнимые в итоге своем, позволявшие с мертвой точки сдвинуть эту проблему реновации исторического поселения или исторической части города, как ему удобно. Игорь Борисович, а на каком этапе находится вот этот проект, на какой стадии? Но я бы сказал, что сейчас уже на этапе верстки документа. Почему? Потому что на сегодняшний день проведена не только многогранная работа по определению предмета охраны. Он, кстати, был утвержден в декабре 2019 года частично. Частично, вот это важный момент. Да, это прежде всего в части объектов культурного наследия на территории исторического поселения, ибо их перечень был понятен. Существует реестр этих объектов, и как бы закрепить этот документ не представляло какой-то проблемы и сложности. И основные параметры исторической среды, почему? Потому что, как я сказал, она интересна в целом, как уникальное градостроительное образование, регулярные планировки с периметральной застройки, с определенными высотными характеристиками, ну и видовым раскрытием, как интерьерно, так и экстерьерно, то есть на город и из города на акваторию реки Волги и Самары. Все это представляет ценность. Поэтому, конечно, сверхзадача была бы дальнейшую градостроительную архитектурную деятельность подчинить тому, чтобы эту ценность приумножать и обогащать, а не уродовать и не девальвировать.
Но это важная задача. На самом деле, наверное, это такая некая идеальная задача, чтобы, с одной стороны, мы жили в современном городе, а с другой стороны, чтобы мы могли наслаждаться вот тем духом и той историей, которая вот живет рядом с нами, на самом деле. И вот руку протяни, она на самом деле рядом. Вот, ее можно потрогать еще в настоящее время, даже сейчас, несмотря вот на все сложные годы, которые мы прошли. Вы знаете, задача даже, мне кажется, сложнее, чем кажется на первый взгляд. Намного. Почему? Потому что чем больше погружаешься в проблематику исторического поселения, то понимаешь, насколько ответственны те решения, которые носят, кстати, в этом случае необратимый характер. Вот это очень важно. Если ты снес, уже все. Нет, если ты принял правила игры, ты их уже менять потом не сможешь. Да. В этом и ценность, мне кажется, этого документа. Почему? Потому что в конечном итоге это дает прозрачную какую-то ситуацию для определения целесообразности каких-то инициатив со стороны и жителей района по обустройству городской среды, и инвесторов-застройщиков, которые сюда приходят. Все должны играть по понятному, единому для всех правилам игры. Ну, я еще, кстати, не сказал о том, что кроме, собственно, тех разделов, о которых я озвучил в рамках исторического поселения, идет параллельная работа, что называется, в общую копилку. В частности, на этапе утверждения федеральными экспертами сейчас находится и проект объединенной зоны охраны. Вот об этом мы сейчас как раз и хотим. Очень важный момент. Вот давайте начнем тогда, знаете, с чего? Со списка ценных градоформирующих объектов. Вот как сейчас ситуация состоит? Потому что, я так понимаю, объединенная зона охраны, она вытекает в какой-то степени оттуда, да? Или не совсем так? Не совсем так. Не совсем так. Тогда давайте про объединенную зону охраны. Скорее всего, это два параллельных процесса. Так, тогда объединенная зона охраны. Итак, что это? Если говорить об объединенной зоне охраны, то появление этого документа продиктовано тем, что одной из проблем исторической части города являлось непонятные требования, которые предъявляются в результате многократного наложения охранной зоны и зоны регулирования на отдельных объектов. Их такое множество, их больше 400, что объектов имеется в виду. Да, своих объектов. И, соответственно, у каждого есть своя зона охраны, да. Да. А еще и защитные зоны 200 объектов вновь выявлены. И вот они накладываются друг на друга, и в этих условиях разобраться какому-то застройщику или собственнику практически невозможно. То есть что здесь можно делать вот на окружающей территории? Да, это как, я не знаю, как капустные листы нужно отворачивать. Вот для того, чтобы упростить эту ситуацию и сделать ее универсальной для всей территории, сначала объединенной зоны охраны, а потом и исторического поселения, как раз и разрабатывается этот документ, проект объединенной зоны охраны. В результате, ну, надо сказать, что это объединенная зона охраны объектов федерального значения. Угу. Это принципиально. Вот. На сегодняшний день проект готов. Работала согласительная комиссия, которая завершила свою работу еще в феврале месяце, если судить по последним согласительным протоколам, которые были составлены. Город утвердил и направил этот документ за подписью главы 10 июня этого года. И на сегодняшний день находится, как я уже сказал, на проверке у федеральных экспертов. Если эта работа завершится в ближайшее время, на это есть все основания надеяться положительным образом, то, наверное, в декабре месяце мы будем иметь ту счастливую возможность, чтобы принимать этот документ. Слушайте, ну это будет очень, это просто фундаментальная работа, потому что я вот представляю себе эту сложность, когда больше 200 объектов, у каждого есть своя территория, и вот как понять? Вы знаете, эта сложность еще и потому велика, что исторические поселения, если говорить о повсеместном применении этого статуса, оно относится прежде всего к городам малым. Это города на 5-10 тысяч жителей. Поэтому историческое поселение накрывает всю территорию города, и здесь работа понятная. И простая в какой-то степени. Предмет понятен. Если говорить о Самаре, это достаточно уникальная ситуация. Она только в единицах российских городов, двух или трех. Это тогда, когда историческое поселение накладывается на тело самого города в части его исторической части. А, как мы знаем, это прежде всего как бы место локации общегородского центра,
Да. В данном случае миллионника. И здесь ситуация усложняется не только каким-то чисто профессиональными, методологическими задачами и вопросами, которые нужно решить там архитектурного, строительного порядка, но и обеспечить достаточные условия динамичного развития общегородского центра в части всех учреждений, достаточно уникальных, а я бы сказал, даже агломерационного характера в результате вот этих всех мероприятий. И вот как бы вот эти вот разнополярные почти задачи, которые необходимо решать по сохранению и реновации, или регенерации этой территории, конечно, они весьма сложны и многогранны. Игорь Борисович, а вот если возвращаться к ситуации со списком ценных градоформирующих объектов, как она выглядит на сегодняшний день? Как завершенную редакцию документа. То есть уже есть четкий готовый документ, где весь этот список, вот он готов, то есть все, что больше, там ничего не появится? Или пока еще идет? Ну, во-первых, в законченном виде, в понимании тех людей, которые занимались этим вопросом. Этим вопросом занимались разработчики исторического поселения, достаточно большой авторский коллектив во главе с докторами архитектуры в этой области, и согласительная комиссия, которая работала по поручению проектного офиса самарского правительства, и в которую входили, ну, я считаю, лучшие эксперты нашего региона в этой области. Поэтому я думаю, что это достаточно выверенный с точки зрения своего содержания документ. Насколько он соответствует нынешним требованиям и той ситуации, которая сложилась в городе, наверное, это то решение, которое нужно принимать всем миром. Там ведь есть еще одна сложность. Ведь существуют объекты культурного наследия регионального значения, есть федерального значения. Получается, необходимо два списка тоже? Ну, с другой стороны, отношение федерального законодательства, того же 73-го федерального закона по сохранению исторического наследия одинаково ко всем категориям памятников, что региональное, что федеральное значение, и даже нововыделенным объектом, а то может быть и жестче. Поэтому я так думаю, что здесь разницы нет. Здесь, наверное, разница появляется тогда, когда эти документы переходят в область уже своего восстановления и приспособления. Почему? Потому что это разные государственные, в том числе, структуры, ответственные за это, и разные источники финансирования этих программ. Просто ведь, насколько я понимаю, там объекты, которые являются объектами федерального значения, решения принимаются Министерством культуры? Это Москва? Да, федеральными органами. То есть все, что касается вот этих объектов, это федеральное решение, это, ну, намного сложнее. Ну, отчасти поэтому я говорил, что решения, которые мы принимаем сегодня, они носят необратимый характер. Еще раз подтверждаю эти слова. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет вот на эту тему. Угу. Просто вообще о Самаре, о том, что находится рядом с нами. И затем продолжим нашу беседу, потому что, ну, на самом деле это очень важно, очень интересно. Уникальная деревянная резьба – вот чем привлекает любителей старой самарской архитектуры дом на Садовой 228. Поэтому общественники его и рекомендуют к включению в предмет охраны исторического поселения города, а также считают ценным градоформирующим объектом. Из-за того, что окончательный список домов, которые будут охранять внутри исторического поселения, еще не сформирован, дом могли снести, поскольку его признали аварийным. Тогда глава города Елена Лапушкина инициировала совещание, на нем удалось принять решение, которое позволило отменить снос. С мертвой точки история сдвинулась. Я искренне рада, что мы теперь понимаем, куда мы движемся, и что нам удалось отстоять замечательный красивый дом Садовой 228. Отменить судебное решение о сносе получится благодаря предостережению, которое подготовят специалисты Управления охраны объектов культурного наследия после обращения главы города. Это создаст прецедент и для сохранения других 10 домов, которые уже признаны аварийными, но представляют историческую ценность.
Совещание было конструктивно и позволило действительно выработать общую согласованную позицию как с органами исполнительной власти, так и с градозащитниками, что позволит в дальнейшем грамотно относиться к градостроительной ситуации в историческом поселении. Всего домов, которые находятся в пограничной ситуации, около 37. По каждому из них будет проведено дополнительное обследование. Их осмотрит специальная рабочая группа, в которую войдут представители городской администрации, департамента управления имуществом, прокуратуры, управления охраной объектов культурного наследия и общественники. Специалисты, изучив все документы на месте, примут решение о сохранении того или иного дома. Игорь Борисович, есть на что у нас посмотреть в историческом поселении в центре города. Ну, собственно говоря, на самом деле не только у нас и на Безымянке есть очень интересные объекты, но это тема для отдельной беседы. Но если говорить вот о списке ценных градоформирующих объектов, а в этом те объекты, которые в этот список входят, они все живы в наличии? Среди них много тех, кто, ну, выражаясь сленгом, руинированы. Ну, то есть они, по сути дела, в полуразрушенном или практически в разрушенном состоянии. Ну, если говорить о всей массе, а это 465 объектов, то можно говорить, что эти объекты находятся в разном материальном состоянии. И некоторые, к сожалению, находятся, как вы сказали, в руинированном или, другими словами, в аварийном состоянии, опасном для пребывания там людей. А ведь большинство из них – это многоквартирные жилые дома. Поэтому существуют и реализуются городские программы по отселению и сносу подобного рода объектов. И эти программы были сформированы еще в 2017-2018 году. И когда было утверждено историческое поселение, произошло наложение. Наложение уже новых обследованных объектов и предложение их выдвинуть на статус ценных градоформирующих объектов на те объекты, которые вошли в программу отселения и сноса. И поэтому одно из направлений, которое сейчас осуществляет городская администрация, то это аудит, если можно так выразиться, вот этих городских программ на предмет выявления этих объектов и комиссионного рассмотрения на предмет уже пересмотра отношений к этим зданиям и сооружениям с точки зрения возможности их восстановления и дальнейшего использования, ибо они являются ценными для сохранения нашего историко-культурного наследия. И эта работа уже ведется. Я не знаю, насколько старый вот этот сюжет. Угу. Там было сказано о 36 объектов. Список, который был предложен рабочей комиссии, образованной департаментом управления имуществом городским, входило 127 объектов. Угу. И сейчас как раз идет уже верстка этого списка с точки зрения определения и предостережения, ну, такой вид документа, который готовит управление по государственной охране объектов культурного наследия относительно этих объектов для того, чтобы рассмотреть их на предмет уже реконструкции, а не снос. Ну, там речь шла как раз о домах, которые находятся на границах исторического поселения. Вот они входят, не входят, но не суть. А вы знаете, вопрос вот такой. А если де-юре здание существует, а де-факто его уже, ну, практически нет? Такое бывает? И, то есть восстанавливать, ну, по сути, нечего. Ну, и даже вопрос не стоит, но там просто его, только если как-то пытаться заново построить, исходя из тех документов, если они есть, вот как он когда-то выглядел. Ну, это, я не знаю, это такая работа сложная. Ну, здесь проблема, скорее, немножко другого порядка.
Проблема, наверное, скорейшего их утверждения. Почему? Потому что на сегодняшний день, если можно так выразиться, все эти 465 объектов входят в качестве кандидатов на ЦГФО. И этот статус будет им присвоен после соответствующего принятия решения самарским правительством. Но это не отменяет необходимость уже работать с этими объектами на предмет их сохранения. Что, я как уже сказал, и, в общем-то, чем занимается городская власть на сегодняшний день. Да, есть прецеденты сноса ряда объектов, которые входят в этот список. И нельзя назвать их незаконным. Почему? Потому что, к сожалению, на сегодняшний день этот статус этим объектам не был присвоен. Но по заявлению руководителя УКН, Стафеева Ивана Сергеевича, эти объекты не выведены из числа тех, которые предлагаются на ЦГФО. И ЦГФО – это, давайте расшифруем. Цены градоформирующих объектов. Цены градоформирующих объектов, вот, как предметы охраны исторического поселения. И сделано это намеренно для того, чтобы после утверждения этого списка все-таки вернуться к рассмотрению этих объектов и этих вопросов на предмет целесообразности их восстановления. Так что нет ничего необратимого в данной ситуации. Вот это очень важно. Да. Это очень важно, потому что это означает, что с каждым объектом будут разбираться отдельно, и ничего, вот, мы ничего не потеряем. То есть перед тем, как Нет, мы все равно будем очень долго обсуждать. И этот список открытый, и это понятно. И, как, впрочем, и список объектов культурного наследия. Даже за время работы над ЦГФО, в течение вот, полутора лет, у нас этот список уменьшился. В частности, на, если не ошибаюсь, на около 10 объектов по причине того, что они были переведены в более высокий статус. Да, определенные признаки объектов культурного наследия, и они стали вновь выявленными объектами. Здесь возникает вопрос, важный для развития центра города, да и в целом нашего города. Как сделать так, чтобы территория исторического поселения могла развиваться? Вот чтобы там не действовал такой некий тотальный запрет, когда накрыли сверху колпаком и сказали, сделать здесь ничего нельзя, только реконструируем. Ну, это одна из крайностей, которую, в общем-то, придерживается ряд специалистов относительно максимального сохранения, фактически музификации под открытым небом какой-то части города. Ну, каждый имеет на свое право мнение, в том числе и в этом вопросе. Ну да, уж архитекторы, два архитектора, три мнения, да, это же известная история. Мне кажется, подобная точка зрения, она не жизнеспособна уже по причине того, что я говорил, это центр города, и все равно он будет развиваться с нашим участием или с нашим сопротивлением. Это объективная реальность. Другое дело, что это нужно делать максимально тактично, на принципах бесконфликтной реновации или реконструкции исторической среды, такой-то тут довольно модный тоже термин. Но это можно делать только на основе максимального сохранения приспособления исторического наследия, с одной стороны, и тактического вхождения в эту историческую среду с нововведениями и с новыми объектами. Ну, то есть строить тактично, это в первую очередь требование к архитектуре, к архитекторам, если я правильно понимаю. То есть, вы знаете, так, здесь бы я сказал, синонимом тактичности является качество. А, качество. Качество архитектуры прежде всего. Почему? Mm-hmm. Потому что если мы, допустим, загоним какие-то жесткие регламенты и параметры в городскую среду, она от этого не станет краше. Если не появится, даже, может быть, и где-то современные по нынешним меркам объекты архитектуры, которыми, ну, даже по нашему законодательству, через 50 лет мы можем с основанием гордиться и переводить в ранг объектов культурного наследия. Ну да, потому что время-то идет. Ну, кстати, если говорить о качестве архитектуры, о том, что все от нее зависит, ну вот если взять такой пример, уж на что исторический город Лондон? Уж на что исторический? На самом деле, ну, можно долго рассуждать. Там есть высотки, в том числе в исторической части. Там есть высотные дома. Там есть дома, мягко говоря, очень современные, но они это смогли вписать. Да, это одна из самых красивых
во всяком случае, по моему мнению, европейские столицы. Хотя мы имеем и примеры обратного порядка. Но сравнивая их друг с другом, мы всегда сравниваем примеры и объекты очень высокого профессионального уровня. Конечно. И исполнения. Ну, ориентироваться-то хочется как бы на лучших, Игорь Борисович, ориентироваться хочется на лучших. А тогда кто и как будет заниматься развитием вот территории исторического поселения? Ну, здесь, мне кажется, прежде всего, две группы участников, которые заинтересованы в этом, во всяком случае, потенциально. Первое – это жители этих районов. И я так думаю, тогда, когда будут предоставлены какие-то юридические гарантии и понятные перспективы, они тогда другим образом будут относиться к тому жилью или к тем объектам, которые находятся у них в собственности или в правообладании. Важный момент, потому что на самом деле они же собственники, да. Да. Тогда будет понятно, во что люди будут вкладывать деньги. И они это будут делать с большей уверенностью на будущее, нежели сейчас. Ну и, конечно, застройщики-инвесторы, которые занимаются коммерческим строительством. Почему? Потому что историческая часть города, она не перестает, а наоборот, все больше и больше становится привлекательной для, скажем так, высококачественного в архитектурном отношении и потребительских качествах жилья, да и нежилых объектов. Ну тут есть какая ситуация? Вот я, когда готовился к программе, читал презентацию «Подходы к реновации исторического поселения регионального значения города Самара Самарской области». Указана такая проблема – отсутствие интереса девелоперов из-за низкой маржинальности, потому что затраты там выше примерно на 50 тысяч на квадратный метр относительно среднестатистических. Итак, вопрос – как привлечь инвестора? Потому что там затраты выше, плюс вот эти сложные ограничения. Что на самом деле вы читали одну из программ. Одну из программ, да. Есть и диаметрально противоположные программы. А, вот так вот. Да. Ну, вы сами сказали, в архитектора три мнения. Да. Ну, а если серьезно, то, ну, мне кажется, здесь все будет определено уровнями и качеством самого предлагаемого товара. Извините за такое выражение. Нет, это товар. Раз мы говорим о неких потребительских качествах архитектурных объектов. И я так думаю, что если это будет объект достойного уровня, то и стоимость потребительская их будет гораздо выше, нежели сегодня. Ну, за примером далеко ходить не надо. Многие в соседних регионах, областные города уже перешагнули 100 тысяч на рубеж по стоимости квадратного метра. Ну и надо справедливо сказать, что они создают более качественные объекты архитектуры. То есть вопросы к застройщикам и вопросы к вашим коллегам-архитекторам. Вот они должны вместе создавать тот продукт, который потом смогут продавать. Ну, я считаю, что потенциал нашей архитектурной школы очень высокий. На сегодняшний день, к сожалению, в нужной степени не востребован. Поэтому, наверное, с подобным призывом нужно обращаться не к профессиональному сообществу, а девелоперам и инвесторам-строителям. Ну что ж, надеюсь, что наш призыв будет услышан. Время программы, к сожалению, подошло к концу. Я надеюсь, что в итоге у нас будут появляться в центре города новые современные классные дома, которые впишутся в историческое поселение, которые не испортят его дух, наоборот, помогут его подчеркнуть и сохранить, и приумножить, и мы будем этим только наслаждаться. Надеюсь, что все так и будет. Для этого живем и работаем. А я напоминаю, в нашей студии был Игорь Галахов, руководитель управления главного архитектора администрации городского округа Самара. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.